Привитос, амигос, снова Балдаборн, блин. Так, надо отправиться в DLC-шку. Вообще-то, кстати, не такие уж эти ктулху прямо огромные. Либо вот это вот, именно вот эта маленькая какая-то, поэтому она сюда залезла. Было бы прикольно, если бы с такими надо было сражаться. Они просто для красоты висят. И это не очень прикольно. Так, как мне сказали, то, что попасть в DLC, надо какой-то из них отдаться в руки. Вообще пишут про двух, про эту и про ту, которая там где-то, блядь, у собора хуй знает где. Я надеюсь, ну, вот это вроде делала какое-то странное движение рукой. Я думаю, что это она и есть, что она должна схватить меня. Вот, смотрите, смотрите, смотрите. Хуякс. Вот она меня нюхает. Она дала мне пизды. Отлично. Amygdala, have mercy on the poor bastard. Что-то из Outlast'а сейчас прозвучало. Ну, игра продолжает в своем стиле осуществлять все эти перелеты, телепорты. Здесь все в какой-то атмосфере безумия. Как обычно, какие-то фразы они произносят, которые, блядь, вот кажется, хуйня какая-то, а задроты-то поняли, что это скрытое послание, которое, блядь, в корне объясняет весь сюжет наверняка. То есть именно так устроены эти игры. Я уж, честно, даже не помню, кто такая Амигдала. Я даже не помню, знал ли я вообще, кто такая Амигдала. О, смотрите. А, это он и говорил. А чё у него голова такая большая? Кому я должен? Всем прощаю, чувак. Are your feet as fat as your wits? Oh, cease this dithering. Take the plunge. Throw yourself. И вот по таким фразам, вот по такому бреду предлагают, блядь, изучать сюжет, понимаете? Почему я даже не пытаюсь это делать? Чё, блядь, он сказал? Хули это значит? Непонятно. Врагов тоже не видать. Где-то здесь была аудитория, где сидели эти капли. Ёбаный в рот. А вот они. Получив повреждение от падения, я так и знал, что он что-то, блядь, странно замахивается издалека. Вот, я бегал тут наверху в прошлой или позапрошлой серии, видел как раз вот этот лут. Ключ от лекционного зала. Да. Когда я подбираю ключ в какой-то комнате, лут в какой-то комнате, я больше всего хочу, чтобы это был ключ от соседнего помещения. Ну, форму ученика я, по-моему, подбирал, говно, по-моему, редкостное. Говорили, чтобы я все на себя одевал, чтобы посмотреть. Показать. Знаете, в павших лордах хотелось одевать на себя все подряд, смотреть и показывать, потому что там доспехи постарались нарисовать. Здесь любая броня выглядит как ебучие ссаные тряпки какого-нибудь бомжа засранного. Поэтому. А вот это самая комната, в которой и лагает, блять, и лагает. Смотрите, какие. Ой, ебать. Просадки. Бамс по еблицу. Бамс. Да, можно с ними посражаться. Они не опасны, по-моему, почти. Малафьёй только могут попасть. Вот тогда будет, наверное, не очень круто. Главный герой почему-то решил, что ему надо махать совсем в другую сторону. От врага. Это уебищное стадо абсолютно не может по мне попасть. Блять. Особенно, когда я молчу и не пиздобольствую. Я вообще бессмертен.
Я не знаю, сколько дамага должно нанести вот это их говно. Ой, блядь. Зафармил. Прикольно было бы, если бы они ваншотили, мне кажется. А вот этот какой-то не такой был, что ли? Что-то, по-моему, он единственный, кто плевал не вдаль. А ссал под себя зачем-то. Ртутные пули, все это, конечно, прекрасно. Но... Нахрена я сюда вошел, в эту комнату? Ключ от лекционного зала и... Ну, я могу дальше пройти и только всего. 17 тысяч душ. Я входил в эту комнату, по-моему, у меня было 4 или, может быть, 5 тысяч. После этой... После этого боя у меня 17. Я хочу, чтобы здесь было больше таких комнат. Пару комнат прошел и левел набрал. Авгур Ирбар... Понятно, что это такое? Авгур Ирбаита. Частично призывает Ирбаит... Ибраитаса. Прибалта, блядь, какого-то призвать, короче. Латыша, наверное, или литовца. Авгура Ирбаитаса. Не знаю, насколько это сильный боец, Авгур Ирбаитас. Наделяет оружие тайной силой, но это понятно. Вот это вообще 25 требует. Мне сказали, почему ты не показал малый Танитрус. Блять, а как его покажу? 25 звездочек надо. Вот Артура Ирбаитаса можно частично призывать будет. То есть я могу прокачать до 18, но до 25 я к концу игры вряд ли прокачаюсь. Будет у нас Артур Ирбаитас. Странно, что на Артура, не Артурас тогда. Сука, этому нельзя, бля, пиздюлей через дверь наебашить. Твои ноги такие же быстрые, как твой. Звучит так, как будто мне придется убегать. Но осталась только одна дверь, как я вижу. Может пойти прокачаться, прокачать себе возможность призывать Ирбаитаса. 3 левела нужно, не, нихуя не хватит. 3 левела это где-то сейчас, наверное, 1100. Просто мне интересно, что это, блядь, за Артур такой, блядь. Боец, не в рот компот. Я вот эту хуйню помню почему-то. Я тут уже был. Почему-то его в цель не захватить. Чтобы сбить с потолка. Вот в дарке можно было бы из лука прицелиться, а из пистолета здесь целиться, походу, нельзя. Ну, блядь, локация, конечно, вообще говно. Даже с таким уровнем. Озарение, когда даже обычные бомжи теперь бьются как спартанцы. Местные студенты все равно продолжают быть какими-то сосущими лохами. Красное желе. Ебануться чуть такое. Десерт, наверное, да? Десерт к пиздюлям. Заесть сладким желе, горечь поражения. Нету нигде. А, блядь, ритуал ебучей чаши. Мое любимое говно. Открыть дверь наружу. Что-то из нее дым какой-то идет. Там, по-моему, мистер Фриз живет. О, боже ты мой, что это такое? Все, наверное, я вышел, да? То есть я туда ходил чисто за призывалкой Прибалта Ирбаитаса. Прикольно. Ой, ёб твою мать. Граница кошмара. И чё это такое? Похоже на локацию, в которой гниющий жил в ДС-ке. Локася бафоя, басоя.
кого это я слышу? Походим, посмотрим. Интересно, тут вообще будут какие-нибудь боссы-то большого размера, такие крупные, зрелищные? Почему-то все боссы здесь, они, ну, они... По-своему они большие, конечно, но это в основном, блядь, собаки какие-то, нахуй. Нет ни одного дракона или чего-нибудь такого крутого. Грязный кровавый самоцвет. Так, там кто-то сдох. Там, походу, подо мной вход в пещеру, наверное. Судя по тому, что дорога уходит. Туда наверх не подняться, к этим гробницам, да? Вообще, конечно, тут хучу разглядишь. Куда дорога ведет, где враги. Все сливается в какую-то серую. Какую-то серую кашу, скажу я вам. Говорят, что это называется, когда графика выделена в едином стиле. А я говорю, что это, блядь, впервые я вижу день в этой игре. Впервые день и светло. Свинцовый эликсир опять. Зашибись я, да, с альтухи прыгаю. Но с пещерой все понятно. А здесь-то что? Лут есть. Вон хуйня какая-то ползает. Ёб твою мать. А, это встал обычный. Ку-ку, ёб ты! Как тебе, блядь, а? Из Макарыча в упор. И упал. Вон они, блядь, осьминоги сидят. Еще одна дырка в пещере. Я понял, кажется, это, блядь, все DLC, все DLC будет из пещерных локаций, наверное, состоять. Слушай, как тут долго эти жуки исчезают. Одна тысяча. Что это такое слева светится? Этих там до хрена, этих креветок. Не знаю, что это светится, но мне не подойти и не задействовать. Не знаю, что это такое. О. Охотник, блядь. Хищный охотник. Как я понимаю. Двое, блядь. Охуенно. Просто, блядь, жопу разорвали. У меня есть лучшая идея. Я думаю, что здесь было бы классно, если бы охотников было 10. 10, блядь, жопоразрывательных охотников сразу. Я думаю, что это было бы охуенно для этой игры. А то чё 2-то, блядь? 2 как-то не круто. Вот 10, это да. Чтоб сразу просто тебе пиздюлей навешали тут. Вытряхнули с тебя кровь и не давали ее обратно собрать. Вот это геймплей, а тут 2, ну это говно. 2 есть шанс убить, поэтому это неинтересно. Вот. Иди убей 10. Да. На самом деле, вот с этими охотниками, с пистолетиками, блядь, игра пережестила. Они какие-то слишком ебанутые, мне кажется. Да, я понимаю, что это симулятор PvP, типа, чтобы людям, которые играют в офлайне, тоже было, блядь, весело. Но я как-нибудь лучше бы сам себя поразвлекал. Кстати, по-моему, у меня вторая пушка сломана. Нет. Целая и невредима как раз.
Ну, сейчас, значит, они познают боль. Да уберите нахуй свою надпись с экрана, блядь. Мне нравится твой мувсет очень сильно, очень стильно. И пуля там такая пролетела рядом. Это что там в руках? Цепь какая-то. Ты чё, блядь, байкер какой-то охуенный? Больно, блядь. Все. Домахался. Чертёныш, блядь, вонючий. Из них падают свинцовые эликсиры. Интересно, нахрен нужны. Ну, осколок кровавика, который, блядь, падает в DLC, это вообще несерьезно. Чего, блядь, в конце игры можно точить этим саным осколком, блядь? Блядь, там, походу, какая-то секретная дорога, раз туда так сложно запрыгнуть. Это, наверное, обход мимо кучи этих, блядь, осьминогов. Опасных, опаснейших. Херак. Тут, блядь, целое море, смотрите, из этих. Они, смотрите, как кучно. Кучно сидят. А вон, смотри, что за снежный человек там стоит. Наверху. Мне вообще сюда надо или мне лучше в пещеру пойти? Я что-то нихера не понимаю. Но я думаю, что для пробы надо сразиться с одним. Из представителей этой фауны. Но это, конечно, блядь, не он. Ну тоже нихерово. О, опять этот. Честно, блядь, он надоел. О, а вот и он. Ничего так. Ну, на самом деле, я таких уже видел, по-моему, эти чубаки эти. Они очень херово дохнут. Там, у замка, они же были, да? Только вроде они ничего не кидали в меня. Йети, ебаный. Тоже осколок кровавика, ёб твою мать. Самая донная точка. Я просто в ахуе, блядь. Пиздец. Сука, как к нему подойти-то, блядь? Хуя у меня ваншотнул, я даже, блядь, его не видел, что он замахивается, мразь это, блядь, обоссанная. Блять, 2-0 в его пользу. Да ты посмотри, как он стоит тут, уебищная. Просто, блядь, не размахнуться даже. Сука, сейчас я его познакомлю со своим магическим дрыном. Я рот ебал, да что тут нахуй происходит-то, блядь? Ебанутая хуйня этот DLC, блядь, какое говно, сука. Пизду, я больше не пойду туда нахуй. Ну и говнище, блядь. Пойду по воде нахуй, где эти моллюски живут. Все равно 30 тысяч душ уже проебал. Блядь, наше такое уебище даже нахуй не видно. Кто, че, блядь, этого хуй убьешь, потому что он стоит уебищно. И, блядь, тебе там просто не пройти, и в тебя еще сверху кидают. Блядь, охуенно, гениальная, блядь, хуйня. Просто они сами, блядь, видели свою карту, которую нарисовали. Тут хуй пройдешь, блядь. Понастали с их камушков каких-то, хуямушков, блядь. Декор декором, но ебаный в рот, ходить-то надо как-то, блядь.
мобам, к вашим, как к ним подойти-то, блядь? Ебанаться, блядь. Пиздец, сука. Ой, блядь. Реально, вот этот Bloodborne, это нахуй ебаный эксперимент какой-то, блядь. Как сделать игру совсем, блядь, какую-то уебанскую и посмотреть, будут ли в нее играть. Что стоит добавлять в третий Dark Souls из этого говна, блядь? Наверное, ничего, ебать. Посмотрим. Мне кажется, ничего они нахуй не добавили, скорее всего. Что это такое? Опять фонарь. Если фонарь, значит, где-то здесь эти бегают, да, черти? Нет, это просто проход какой-то нахуй нужен туда. Вот эти, блядь, пидоры. Ну что ж, замахиваются-то они смело, блядь. И атака у них дальняя. О, а здесь еще и яд какой-то, да, в болоте. Феноменально, блядь, просто. Пошла в жопу. Ну, яд вроде... Блядь, он тут не ходит, он не бегает, вернее. Как там пройти-то тогда? Тогда, блядь, никак. Зная, что это за игра, наверняка здесь есть какое-нибудь кольцо, хождение по говну. Иди попробуй, блядь, найди, где оно падает. Или где оно там лежит. Или у кого оно продается, пойди угадай. Это, блядь, вот это будет, было бы в стиле этого разработчика. Вот этого жука я, кстати, убивал уже два раза. С него забирал лут, а он все время спаунится по новой. Вот этого легко, блядь, убить. До второго хуй достанешь, блядь. Если его не убить, хуй, блядь, пройдешь. Еще его прикрывают с воздуха, блядь, что мне нравится. Слышите, да, там прилетел камушек, блядь. Отсоси, уёбок. Так понимаю, что дальность броска у них ограничена только совестью, блядь, разработчика, которой вообще нахуй нету. Да, сюда можно спрыгнуть, но чё, для чего? Чтобы отравиться и подохнуть, что ли? Или тут что, еще какие-то дороги, может, есть? Бутон цветка холодной крови, блядь. Ой, блядь, что же ты нахуй такое интересно, наверное, блин, ритуальное говно какое-нибудь. А, даже хуй поймешь, что это вообще. Взял, и пропало это. И пропал бутон, блядь. До кармана не донес. Спиздили по дороге. Охуенная игра. Просто супер. Инвентарь, блядь, от игры к игре все удобнее и пиздаче. Привет, ебаные моллюски. Как мне, блядь, здесь пройти, не подскажете? Ой, я нашел. Смотрите, вообще какую-то чупакабру ебаную. Дар какой-то, блядь. Безумие нарастает. Так, дар мгла, превращающая пользователя в посланника. Нихуя не знаю, что это такое. Ну давай. Охуенно.
Так, и функционал поразительный. Я вижу миллион способов применения этой вещи на практике. Типа, когда в ваш мир вторгаются, ты, наверное, типа прикидываешься кусочком говна, и на тебя типа не нападают. Что ж, эта пещера стоила посещения. Особенно если отсюда живым уйти удастся, будет вообще чудо. Прохода никакого тут никуда, я вижу, что нету, блядь. Естественно, кувырочек это вообще единственный способ нормально здесь передвигаться, более-менее вменяемо, со скоростью хотя бы старой бабушки, блядь. Но это и то лучше, чем просто плестись, блядь. Притаился, ишь ты. Ваншот, ну, кстати, у вас с них падает вот эта густая кровь. Насколько я помню, это, блядь, очередной ритуал, блядь, для чаши. Нахуй. Это души получать. Ну, хрен редьки-то не полезней. Мне нравится, что дамаг в этой DLC-шке не такой безумный, как могло показаться. Вот. В том замке, докуда я уже дошел, там вот просто никого не убить, а у тебя все почти с одного удара ушатывают. DLC-шка, она какая-то, видимо, левелом послабее. Так, я оказался все-таки здесь, да? Там наверху стоит опять этот уебок с камнями. Опа-на. Ну, я так и понял, что, блядь, вот эти места здесь, они только и нужны для того, чтобы ты застревал, а по тебе камнями попадали. Замешкался на секундочку. Получил. По еблинскому. Ну так-то он сверху вертикально вроде как кидать не должен свои камни ебаные. Подняться к нему, как я понимаю, возможности нету, да? А, есть, вот она. Чтобы ликвидировать эту угрозу. Такое лицо у него доброе и такой гандон. Вон, только ласты мелькнули, блядь. Петуха кусок. Опять, блядь, глубокое море, мне этих глубоких морей, еще один, ёб твою медь. От души понаставили этих злоебучих мобов повсюду, я хочу сказать. Но кто-то решил, что они настолько охуенные, что их надо ставить просто, блядь, везде и повсюду. И надо, блядь, и не надо, ставь мобов. Помимо камней, они все-таки, блядь, еще руками не слабо машут, хочу заметить. И, сука, с этой ебаной алебардой, с этой медленной атакой просто нехуй было ловить. И у меня начали опять кончаться хилки, они, смотрите, уже не восстанавливают мне максимальное количество. 9 штук это все, что мне осталось. Мне надо купить новых, но я так часто дохну, что просто... Мне просто не на что это сделать. Я знаю, что время фармить. Кстати, тень у этого Йети лагает. Ну,
сами видите, насколько, блядь, в этой игре, в отличие от Dark Souls, интересные, охуенные локации, по которым хочется просто ходить. Они здесь сделаны настолько заебными, что тебе хочется пройти, ну, мне хочется их пройти хоть как-нибудь, блядь. Вот насколько интересно перемещаться ебаными кувырками по ебучему болоту. Вот ни насколько, это вообще нахуй не интересно. Ты... Я в ахуе, я просто в шоке, блядь. Какой уёбищный уровень, блядь. Вот, сука, вот это он символизирует, блядь, всю вот эту игру. Вот, насколько вот она сделана безобразно, в отличие от DS-ки. Просто, блядь, апофеоз, нахуй, ебанины, блядь, бессмысленный. И нахуй никому не нужный. Наконец-то это убогое место пройдено. Здесь бы не мешало, блядь, костер поставить, потому что каждый раз кувыркаться по этой воде, блядь, это верх тупости. Что опять происходит-то нахуй? Я так понимаю, что это вот этот мозг делает. И сам он находится на теле, на женском теле, на каком-то в платье Ернам, как я понимаю. Ёб твою мать, я думал, это Сикараха, из которой... Ты это пиздец. Как с ней нахуй драться-то, блядь, с этим уёбищем? Пошла она нахуй. Даже не хочу знать, что это такое. Так. Как обычно, блядь, темно, как в жопе повсеместно. Ровно, блядь... О! Заебись, какая-то срезка, наверное. Скоростная срезка обратно к костру, блядь. Без душ. И пошел ты в жопу. Похоже, что это какая-то тропа, и она куда-то даже ведет к свинцовому эликсиру. Давайте посмотрим, что хотя бы, блядь, делает. Перераспределяет вес для отражения атаки. Хуй знает. Даже, блядь, я даже примерно не понимаю, что значит перераспределяет вес для отражения атаки. Что это, блядь, за магия? Ну давайте я выпью, блядь, один, посмотрим, что будет. А, защита повышена. Понятно. Просто они не могли написать, что вот это говно повышает защиту. Свинцовый эликсир там делает вашу кожу свинцовой, там, не знаю. Нет, это, блядь, перераспределяет вес. А, ну я понял, почему. Потому что ты бегать медленно начинаешь. Потому что я вот сейчас очень медленно бегаю. А, вот место битвы с боссом. У меня с собой 30 тысяч. Да, вот она и кончилась. Я считаю, что где-то здесь должен быть короткий путь. Или костер, потому что нахуй не может такого быть. Слишком далеко ходить. Либо босс простенький. Какие звуки издают вообще эти медузы, блядь? Они что-то смеются, блядь. Да ладно нахуй, что это такое-то, блядь? Ой, я ему по сраке как втащил. Пойдем прогуляемся, мой милый друг. Так, тут вход какой-то говно. А, ну это пещера, блядь, я понял, что это за пещера. Ага, лифт. В виде лапы Мануса, по-моему. Теперь кнопочка работает. Это прекраснейшая новость, только одно маленькое но, я вообще не понимаю, где я.
Где-то тут костер. Где-то я тут появляюсь, когда дохну. Вот он. Отлично. Отлично. Походу, все-таки буду, блядь, этого прибалта призывать. Если, конечно, хватит этих душ. Не получилось прокачать тайных знаний, поэтому прибалта, видимо, призывать не получится. Потому что, блядь, в Bloodborne, походу, тоже кризис экономический нехеровый, потому что аптечки подорожали просто пипец. По 720 за штуку теперь не продают. В итоге я на все души купил себе 45 хилок. Ну, потому что сейчас битва с боссом, а это всегда, блин, траты здоровья, как ни крути. Так, как пройти-то еще к этому боссу? Сука, я представляю, если этот босс накладывает безумие или какое-нибудь такое говно. С ним же просто, блядь, наверное, драться невозможно будет. Но мы видим, да, что на входе на арочке опять изображен кто-то, блин, с огромным мозгом. Это значит, что будет опять сейчас какая-то вариация на тему, блядь, инопланетного вторжения. Ну это арена, где босс-то? Амигдала. О! Ебать, Ктулху! Блять, делает она, по-моему, сейчас. Ёб твою мать. Амигдала, это ваше имя, мадам? По-моему, я нанес очень мало урона силовой атакой. 10. Целых 10, блядь, единиц. А вот по еблинскому. По еблищу она хорошо. По еблищу хорошо получает. А по лапам, хвостам, все это говно полное. Понятно. Где больное место у этой мрази? А как туда попадать, только непонятно. Ага, провоцируем ее на атаки. После чего суем ей в щи. Сейчас она, блядь, потекла. Вот такой я возбуждающий парень. Давай, говно. Ну, ты что-то, блядь, нихера неправильно делаешь. Ты должна, блядь, упасть. О, смотри, сори, сори. Ебать, ничего ты. Опа-на. Уебенил. И не успел, ее дотрахать до конца. Потому что очень быстро она в себя пришла, что-то. Ну, босс, блядь, если он ничего больше нахуй не превратится в какую-нибудь ебанину совсем аномальную, то босс, конечно, тупой, блядь. Как это нахуй DLC ебаная. Здесь все какое-то, блядь, не очень. Не очень интересно. Ну и чё, мы долго будем уму ебать, или ты начнешь что-нибудь делать? Чё-то она, блядь. Во-во-во-во. Бешенство матки, блядь, всегда эффективно. А, бла-бла-бла-бла-бла, блядь. Ну. Если бы я мог подпрыгнуть и ткнуть нахуй пикой у себя над головой, я уверен, что я бы уже и дал ей пиздюлей. Но она, видите, нихуя. Не хочет. Хера не хочет провоцироваться. Не, уж, блядь. Этот дамаг я просто за попытку получил. За попытку достать. Может, ей надо лапы подсечь. Это обычно всегда срабатывает. На местных боссах. А, подожди. Ага, вот она. Начинается самая веселая часть, видимо, этой драки. Писькоструение. Атака воздухом. Ты чё, блядь? Аватар воздуха, что ли, слышишь? Ну как этот придурок, блядь, со стрелкой на голове. Да, ёбаный в рот. Далеко лучше от нее не отходить, да, видимо? Поеблу я ей
Четко, конечно, засылаю. А нахуй. Да и сюда, бля, вырви и там все. Блять, хуй не достал. Опа. Она свою руку оторвала. Ну что ты будешь в барабанщиках косплеить? Нет, она вся обдристалась чем-то, блядь. Вроде тихо он сидел и не дрожал. А нахуй нихуя себе, я, блядь, насрал, сука. Что это было? Я думаю, что самое время начать добивать ее по жопе. О, где это? На, поебала, я понял, на что она делает, чтобы она пускалась. Надо, блять, вокруг нее, сука, ходить, вокруг этого уебища. Потом отпрыгиваем, и где-то здесь ее, блять, лицо ебаное. На жопу, блядь, похоже. Хуй достанешь, честно. Блядь, в горло, пиздец. Пизда ей, короче. Говно, босс. Вот боссы, блядь, в этой игре, они слабые. Блядь, сложнее к ним дойти через этот ебаный уровень. Чаша больного Лорана. Здесь возможно сделать снимок экрана. А что тут фоткать-то, блядь? Да, ребята, DLC, блядь. Просто по сравнению с Dark Souls, с такими DLC-шками, где у тебя целый уровень, не похожий на другие. Там несколько особенных боссов, блядь. Классных, сложных. Тут, блядь, какое-то болото, где хуй пройдешь. Какие-то, блядь, йети, которые тебя ваншотят булыжниками. И в конце какой-то абсолютно абсосный босс, который убивается с первой попытки, блядь. Тут даже каких-то навыков особенных иметь не надо было. Она вообще ничего не может. Ничтожество ебаное. Ее дело висеть на стенке и кукарекать. Короче, я не знаю, есть ли здесь еще что-то интересного. Вообще не похоже, что... То есть, блядь, в Dark Souls минимум три босса на одно DLC. Минимум три. Один из них жопоразрывательное, блядь, животное. Здесь один босс вместо трех, один. И он слабый, блядь, до кучи. Ну, там можно по воде пройти, блядь, взять, наверное, какой-нибудь говнолут, что-нибудь типа опять руна хождения по великому озеру или какое-нибудь другое говно. Но, блядь, нахуй, ну, мне все это надо. Мне уже, честно, до пизды. Я уже хочу последних боссов перепиздить. В чашке боссов перепиздить. Ну, потому что наиболее интересное, я уже говорил. В этой игре интересно только с боссами драться. Лично мне. Вот. Некоторые боссы, потому что очень даже неплохие, оригинальные. А просто путешествовать, ходить, бродить по этому миру. О, луна появилась. Нарисована как говно, конечно, но круто. Она и была, наверное. Вот, все остальное, боевка с мобами, сами уровни, блядь, все друг на друга похожие, сюжет какой-то ебанутый, блядь, хуй просышего. Все это не очень, зато боссы радуют, вот, поэтому надо вот только боссов, походу, записать, да и нахер. Все, короче, DLC-шка пройдена, не знаю, есть ли здесь еще какое-то DLC-шка, я вот сомневаюсь, я думаю, что, блядь, это все. Все, на что была способна эта игра в плане DLC, остались только данжи. Возможно, я пройду их и запишу только боссов. Вот, ну и сюжетка осталась. Все, собственно, на этом все. Так что, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. И все такое.